Дед Бородет. Да, это пираты должны говорить. Сейчас тебе опять фанаты выпадут. А, уже фанаты вынесли. Не выпадут вообще, да. Фанаты уже не выпадут. Всем привет! Играю в Красную Смерть. Там есть шанс, один взял рандом. Теперь пираты. Да, кстати, слышите, да, Алексея Халецкого. Канал Лёша играет. Играл. Подписывайтесь и колокольчик и нажимайте. Под конец игры если вы еще этого не сделали до сих пор, не понимаю, как это вы так живете без подписки на мой канал и колокольчика, который будет оповещать вам о новых видео. Пираты. Пиратики, одной, пиратики, да, морские акробатики. Так, прикольно. Вот у нас бросать. Где сокровище, ну, да. Куда надо плыть. Я, наверное, даже, собственно, вот так поплыву и, наверное, одним из... Куда мне поселенца лучше? Наверное, сюда спущу. А, плюс в том... Я, кстати, могу сбрасывать эту карту. Они дают тебе жизнь. Если и на воде я получаю на 50% меньше урона. То есть поселенца. То есть у тебя всегда должен быть один поселенец живой, не украденный, не убитый. Да. Если его крадут, то все, ты проиграл. Неважно, кто варвары, кто угодно. А так что защищай их. В руинах и в лагерях варвары. А как Авамарию использовать? Кого? Ну, вот ну, просто выбираешь юнит, там у юнита будет возможность запустить ядерку, как в обычной циве. И запускаешь... Алексей, там заканчивай видео. Ход. А, сорян, я просто пьяненький. О, вот это хорошее начало, не то, что после карты. Так, это соберем. Так, что-то далековато туда. О. Так, ну, видимо, надо высаживаться, потому что тут не видно, чтобы я мог пройти не по суше. Ну, конечно, было бы... Алексей, заканчивай ход. О, зашибись-ка. Так, поплыли дальше. А вот этим я, наверное, поплыву вниз обратно. Я тут не вижу... Ну, не хочется пока... Хотя, можно подойти, посмотреть... Мирным жителям. А если ты поселенцем берешь руину, с нее может что-то кроме юнита да, упасть? Да, может. О, но. Кого я вижу? Дед Бородет уже куда-то поплыл. Я наоборот приплыл. Брасом. Получается, если он града разрушен, то вместо руины. О, а вот этот по заказу варвары. Так, ну мне, значит, можно, наверное, хотя бы сплавал все равно явно вниз. Я не туда пошел. Ой-ой. Кстати, ой-ой. Если ты, Дед Бородет, планируешь направо плыть, то я оттуда приплыл. Так что там я, если что. Точно? Ну да, я приплыл оттуда. Плыви туда, надо всем пиратам. Поверю на слово. Кто такой Даниэль? Это я. А нет, точнее, даже я так, я не буду врать, меня уже там нет, потому что я там был и все собрал. Давай, ты возле берега плавал, может там глубже что-нибудь есть? Как море корабли. А, это робот от нас там, да? 7 Day. Так, я на всякий случай надо изгнать способность. Где она? Вот так. Раз, руины. Мне, наверное, надо руины собирать по той простой причине, что карта-то для меня не исчезнет, и никто ее не может собрать, кроме меня. А руины, например, тот же... Кто там? За кого он играет? Скиталец. Тот же скиталец может собрать. Да, кстати, 7 Day, при погружении на море или на океан ты теряешь здоровье. Уже понял, спасибо. Да. А, так ты забрал тут уже город. Ну и да. Не, я буду смотреть. Ах, страшно. Блин, мало воды у меня тут. Я не могу
Поэтому быстро плавать нигде. Не прикольно, когда у пиратов немного воды. О. Блин, я не одних пар. Что за чё? Фига себе, тут робот уже бродит. Ты в задницу. Да. Так это у сектантов есть робот с самого начала. Сначала. Да, он, да. Просто его не очень хочется видеть в самом начале. А он не прокачанный в самом начале. Бояться ты. Блин, может сейчас прям загасить. Давай, иди гаси там. Так, господа, вы чё вы бежали сюда? Что-то как-то мы честно как-то. Угу, я понимаю, что народ там где-то тусит. Ой-не-не-не, не убивай меня. Ну, если ты убежишь вот вниз, тогда убивать тебя не будут. Блин, что-то воды. Или я тебя сейчас зафаскликаю твоих всех этих. Не надо фаскликать меня. Да, убегай. Я бегу, все, не надо, пожалуйста. Говори. Ой-ой. Ты чё делаешь, слышь? Ты меня обманул, да? Ладно. Оу, я пойду в другую сторону. Ах ты, зараза. Без робота сидит. Это война. Ты же понимаешь это, да? Так. Ты просто так от меня перевыдёшь. Здравствуйте, пират. Погоди, так у тебя не... Гамар Джоба инопланетяне. Нет, я просто как раз в этой руинке нашел термоядерку. И суицид от тебя. А это не эти кидают, не фанаты? Это фанаты. Это не фанат. Это фанат. А, нет, это не фанат, да, сорян. У фаната радиус одна клетка. Ну, значит, все равно можно идти. Ну... Прости меня за своего робота, конечно. О, варвары. Сейчас. О, пойдем. Ах ты гадский. Ну ты смотри, окружили со всех сторон. Блин, а меня... Я пока не отвожу, но ситуация тоже плачевная. Оу. И кто это? Русский. Это я. Сектант. Иди там воюй вот с тем, кто ядерки пуляет. Зачем тебе? Да я воюю, понимаешь? Что на и воюй. Ситуация такая. Трн. Так, ну ладно. Там река меня спасает. Теперь главное закрыть. Ай-ай-ай-ай! Ай, не успел. Ой, я еще это. Я еще отвел другого пехотинца. Хорош. Какая их внизу. Так. Ну это фигня какая-то. Прям такое сокровище. Ой. Ты. Сейчас артистя. Блин, Зет, ты мне все планы. Да блин, где? Где вода? Еще и Халецкий зажимает. Вы что, меня решили вынести? Надо наоборот пиратов. Слышь, зажимаю. Я вижу только один юнит твой. Я предлагаю сектантов выносить. А зачем сектантов? Тут просто такая... Сектанты уже полумертвые. Их уже трое мочат со всех сторон. Сектант уже... Сектант рассказывает. Пираты какие-то сильные. The sun rises red. Так, давай зачем одна воде. Блин, а вот серьез. Вот я вам говорю, на самом деле у сектантов много юнитов. У них же еще где-то этот бродит. Но уже не бродит, на него ядерку скинул. А, да? I am become dead. Ты что, на себя скинул, что ли? Нет, это фанат на меня кинул. А, фанат. Так тебе да. И надо. А у тебя последний поселенец, кстати? Давайте-ка я тут полетаю вертолетом, так, пока не пришла зона. Блин. Сектант, отстань от этого.
отстань. Я думаю, что надо вверху. Блин, но у меня проблема, что у меня мало воды на самом деле. Я тебя вообще не трогаю. Я вообще, у меня нет цели на тебя нападать. Сейчас. Ты команду убил, значит, есть. Не-не-не, эта команда просто очень мешала. Потому что она хотела забрать руины. Ты отвезти ее хотел. А больше меня никто не интересует. Чтобы взять в красную зону зайти. Все агрессоры-то говорят. Чтобы взять в красную зону зайти. Что? Ну, у тебя будет по 10 здоровья. Вон сверху, сверху слева написано, сколько ходов до следующей красной зоны и сколько она урона наносит. Не, вот которую я скинул бомбардировку, она... То же самое, то же самое. Да, блин, чё? Что-то стало? Вот смотри, самое опасное это те, кто долго ходит, значит, много юнитов. Потом. Да, ё-моё, ну чё за вот подстава? Пираты и пираты. Значит, у пиратов там юнитов уже столько. У пиратов уже там, наверное, миллион. Я вообще только один город ношу. Один город. Дед. Я трогать тоже. Ну, Дед. Что, Дед? Что мне делать? Ты хотел мне посилы забрать. Это война. Так это и так война, да. А, понятно. Все, я хотел спущить. Так, теперь нужно лагерь. Он зажарит меня, так что я... Только ты же понимаешь, что нельзя просто так взять и забрать те руинки, Даниэль. Иначе будет больно. Будет очень... Блин, вообще не успеваю ходить тут с таким количеством юнитов реально. Там уже зона идет, но ничего интересного не встретил в итоге. Да, ты меня не трогаешь. Реально не воюй, только руинки тоже не забирай. Я... Ну ладно, не буду. Там Халецкий еще кликает боль. Нехороший человек. Пират. Отлично. А где тут народ? Тут, тут где-то было атомки бросали, а где этот человек, который... Ладно, наверное, полетели отсюда уже. В безопасную зону. Здесь эта карта что-нибудь нормальное даст, а не пехотинцы. Нормально это ядерка. Это вертолетик, например. Я вам говорю, секунд точно будет много юнитов. Хотя у него не будет этого своего, но юнитов у него будет много. Да не будет. Да, уже чёрт, есть много. Умер. Такое, вот умер, вот ты накаркал, слушай. А это кто? Фанаты? А что они здесь делают? Так, от фанатов нужно уходить подальше. Да не надо, я добрый. Ах, тебе поверят. Сейчас ядерная бомба мира полетит. Добрый пока ядерка не появится. Я почему добрый был? У меня просто ядерки не было, да? О! Посел. Кстати, я специально хотел спросить, я попал ядерку вообще к тебе? Да. Притом хорошо попал. Зачем ты вот с китайцев ядерками пуляете? Вот киньте вот в эти... Вот в пиратов сейчас и кину. Зачем в пиратов? Пираты без... Не, ладно, пока не кину. Лапочки, пока не кину, ладно. Yeah. Ой, блин, я случайно.
Я полагаю. Я случайно кинул ядерку, да. Такс. Так, прогуливаем все вниз. А почему я повысить юнита не могу? Я что-то не понял. Уже достиг повышения. А, все. Угу, тут фанат тусит, короче. Я соберу, наверное, лагерь. И поеду отсюда по морю, поплыву точнее. Где твоя гармошка? Блин, жаль, что в этой нельзя смотреть военную мощь. Было бы прикольно. Да, кстати, вот этого не хватает на самом деле. Чтобы объединяться против тех, кто вырывается. Хотя в этом есть и... Ай-яй-яй, ну почему? Этот... друг мой... Горацио. Дальше море. Я предлагаю ни тебе, ни мне, ни идти. И это развернуться и пойти в разные стороны. Блин, так, слушайте, надо попробовать. Ой, слушай, фаната за... понимаю, заловить. Что ты делаешь, Даниэль? Что? А ядерная бомба действует? Этот руинок просто жопой жуй. На ты кого? Не... Дайте человека услышать. А ядерная бомба действует на вертолеты? Оно на всех действует. А, все. Не надо в вертолетик бросать ядерку. Вертолетик, живи! Ой, я перепутал, она не действует. Именно на вертолеты не действует. Вот туда бросай, а вот на вертолет не надо. А зачем прям вертолет? Вон там сразу можно пехотинцев и вертолет зайти. Я правильно понимаю технологию. Опыт из руинок. Очень полезно. Ну, нам надо поймать это. Я думаю, что это не единственный юнит, судя по всему. А, отлично. Жест доброй воли, да? Там у пирата уже столько войск. Я говорил, что его мать... А вы не верите. Чего деле, столько у меня? Войск. Да? Там сколько там? Блин, только на этом ходу кончились. Ладно, все равно отвлекался быстро. Лечил. Так, эту я карту сжигаю. И потому что я ее не заберу. Интересно, а это у тебя единственные поселенцы, Даниэль? Можешь проверить, если хочешь. Давай. Можно, да, проверить? Кого мне убили? А. Вот ты засранец-то, а? Не даю себя убить, называть засранец, интересно. Да, блин. Чё? А почему я не могу? А, ладно. Потому что я его уже убил. Если бы ты его убил, была бы другая ситуация. Так. А, отлично. Обожаю ландшафт. А где сектант? А где твой робот? Ну, его ядеркой замочил Зет, блин, первым же ходом. Круто. На контроле. Ты не бойся, это не все мои войска. Это только маленькая. Ой, блин, зря на пираты что-то напал. Давай мир. Да не. А ну блин. Можно, не надо. Он осознал. Понять и простить. А блин, какого тига? Блин, зараз. Зарегистрирован ядерный бой.
Фига себе у вас там по-русски. Зарегистрирован ядерный пуск. Я просто только у меня Шон Бин это всегда говорит. Два... Да куда столько? Зачем столько? Не в того. Я просто не люблю, когда в меня ядерки бросают. Надо было вертолеты кинуть. Это вряд ли кому понравится. Чё, про что делают зоны контроля? Не дают выйти из нее вражеским юнитам. А. Так, ну чё? Смогу ли я одним ходом сразу и сектантов, и фанатов убить? Лёс, надо такого вообще говорить даже. Думать о таком забудь. Что, что он делает? Дайте вторую ядерку. Diminishes. Подожди. Дайте я похожу. Просто похожу. Подойдут ли мне? Ой, как больно. А куда еще? Да. Блин, серьезно, война с сектантом ни мне, ни ему ничего не дает. Вот именно, давай разойдемся миром. Спасибо за игру. Собака! Я отвлекся, блин. Так тебе и надо. Ну че, у меня было охренеть сколько войск уже. Каких войск? У тебя тут три юнита около моей... Там, где твой поселенец, там у тебя три юнита. Так это... Я вообще-то по всей карте был. Это... Союз ученых благодарит пиратов. Юнитов 15 так-то было. Да. О, и фанаты. Это пират так всех забирает? Да, это да. Пираты. Я говорю, пирата надо кончать в начале. Короче, тут... давайте не будем друг с другом биться, только пирата будем мочить. Как ты так закликал? Ой, ладно. То, вы знаете, у хоста еще хороший интернет, наверное. Будет первым миссии. А есть кто-то с другой стороны, типа, ну, справа от зоны? Потому что я тут плыву, 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 и просто не могу приплыть поселенцам в зоне. Я, походу, умру теперь не от варваров, а от зоны. Ну, можешь приплывать. Будет новый мем. Умирает. А вы что играть будете? Да, блин. Посмотрим, что тут пират делает. Я первый раз проиграл в Красной Смерти. А есть возможность как-то полечить поселенца? Ну, просто оставь его, оставь на лечение. Нет, я имею в виду в... Блин. На море я плыву уже. На море нет. А где? Вот, значит, для пиратов прям как будто. А умер все-таки, да? Да, ну я три хода плыву поселенцам. И зона все время от меня схлопывалась. Так, остаются только скитальцы и бедные ученые, которых потребовали. А мне еще четыре хода где-то плыть было, прикиньте, с той стороны зоны. Да, блин, как это говно могу убить? Я прям, ну, типа, как я могу там выжить? Не знаю, на что Зет рассчитывает. Я рассчитываю, что зона в меня будет скопиться прям. Я буду сидеть и расстреливать всех юнитов. Ты бы хоть, может, этих объединил? Посмотрите лучше на шансы ученых, которых нет. Подождите, кстати, ученые, это инопланетянин? Так инопланетянин, ты не вправо. Тебе надо было влево плыть, что ты направо поплыл? У меня поселенец изначально был справа, понимаешь? То есть, когда зона пошла, у меня поселенец был правее от зоны. Я поплыл направо. Я тут наоборот ругаюсь, что у меня тут мало воды. Тут реально мало воды. С этой стороны. Ну, уже сейчас видно. Там, кстати, я справа, у меня были войска и справа, и слева. То есть, и причем много. Но поселенец был только один. Он, да? Блин, если бы ты моего поселенца не забрал, я бы с тобой еще посоперничал. Но я затупил. Надо пил меньше. Так.
китайцы. На самом деле, с китайцами эта тема всегда можно. А вот и пират этих нашел, да? Ну, карт. Это я тебя нашел. Карт. Выводи вертолетчики. Чем они мне покилятся, у меня будет их 40 мощи. Лучше я, наверное, выиграл. Тут останусь. В первый раз я умер от варвара, второй от воды. Интересно, что будет в третий, какой будет прогресс. Вот, вот знаете, вы как-то это сказали их в воде, я прям сразу вам поверил. Вы так громко разговаривали, что мне соседи в батарею стучат. А ты знаешь, что наушники изобрели уже? Да блин, уши болят. Тут гарнитура же есть. Я весь день на работе в наушниках. Еще дома, если это вообще кошмар. Лечимся. Я так смотрю, у меня войск было больше, чем у Алексея. Так обидно было проиграть. Вот то же самое. Ну, надо играть, потому что умнее никак. Не, просто так поселенца, типа, ну... беззащитно. Я в начале игры просто всеми разбегаюсь в 4 разные стороны, в том числе и поселенцам. Но иначе шансов выиграть особо нету, на самом деле. Ну тут уже на самом деле столб без вариантов. Если кучу ядер у кого-то нету. Еще посмотрим. У меня было две, но они утонули. Утонули. Так, вставайте. Так, где у нас тут? Вот этот меня беспокоит. Дед. Вот зачем ты в начале раунда на меня выкинул ядер? Потому что там был робот. И что? Вот чем тебе мой робот бы помешал? Я бы наоборот пирата бы сейчас бомбил бы, понимаешь? А ты взял и... Вот. Зачем? Ну, пират тогда для меня никакой угрозы не представлял. На тот момент. Пираты, понимаешь? Вообще как-то на такой карте плохо, что тут где-то есть участки, где надо плыть ходов 10 между деревьями. Слушай, я не знаю, что ты так долго плыл, тебе на самом деле не повезло просто. Ну, на самом деле, еще на очень быстро проходили. А не так-то уж и много моря здесь. Ну, если ты посмотришь карту, ну как смотришь. А откуда там танк зареспился, мне интересно. Ну, сокровища там были. Ну, это сокровища. То есть пират. Вот так вот работает. Да, вот у меня вот там были сокровища мои. Я же говорил, они, блин, пираты вообще лютые. Но это вообще-то только вторая карта за игру, которую я взял, добрался. Остальные почему-то в красной зоне появлялись. Типа, иди, забирай. Тоже неплохо. Но это не везение. Остров невезения. Невезение в океане. Ой, как приятно играть без антигероев, когда то, что прилетает, оно реально. Ой, да, согласен. Как меня бесит эти ловушки. Кстати, если антигерой не такой умный, он будет эти ловушки очень палевно кидать. Тут понятно, что ловушка. Потому что обычно посылки прилетают по краю красной зоны. Вот. Ну и по две сразу. Соответственно, когда она впереди появляется, сразу понятно, что это антигерой. Так,
интересно, сколько у пиратов еще юнитов, кроме тех, которые я вижу. Блин, я смотрю, что пират на два фронта воюет. Да, он еще на два фронта воюет. Прикольно. Если не так, на 4. А вот и когда подействует? О, через ход будет стенки. Для юнитов. О! Оп, сейчас как раз походил. Е, давай. Так. Так, вот здесь ход. А, еще 4 хода, нормально. Хотя не, лучше просто. Тогда не пробьем. А зачем ты щиты нафигачил? Хотел бы убил их танк и его с вертолета. Все уже. Блин, тут там была ситуация, что меня могут убить. Ну ладно, у тебя там превосходство сильно было. Я же не знал, сколько у пиратов юнитов. Так, надо этого завалить. Блин, это... Скиталец, откровенно говоря. Зачем ты до меня идешь? Иди вот пиратов бей, они как раз там... Я вообще случайно нашел тебя, я ухожу. Тебя не идет. Да, давай это, разойдемся. Пиратов победим, потом придумаем, как друг друга победить. Чего вы посылки не собираете? Там пират. Вот, посмотрите, где я и где посылка. Ну, ты-то понимаешь. Алёс, наверное, уже поплыл. Ну, у него вертолет есть, он быстрее в любом случае доберется до них. Чем он, по-моему, тоже про них забыл. Зачем я лучше его убью? Ой, ребят. Нужно это. Сейчас нужно армию сделать. Да, юнит, это совсем. Да, блин, кем ты там меня убиваешь? Эх, прокачал. А они же прокачаны, у него по две атаки. Да, двойной выстрел. По две атаки, ничего себе. Чё, там уже вторая прокачка, пулемет можно сделать по две атаки. У него по четыре прокачки, это выживаешь. А у него уже по четыре. Потом скажу, что у меня прокачка сразу есть сначала. Так. А кстати, тут есть ограничения по радиусу ядер? Ну ты типа ты можешь через всю карту кинуть? Вот не знаю. Слушай, кстати, да, надо было на посту. Когда я уже умирал, кинуть ядера в пирата. Место ограничения. 102. Ну ты достаточно далеко можешь кидать это. То есть даже то, что как бы ты сейчас не видишь, когда ты ранее разведывал, туда можешь. Надо будет он, наверное, в этого парня термоядерку. Лёша, жадный, забрал там, ай-яй-яй. Ну блин, серьезно, скиталец, там нет ни руинок, ни варваров. Давай ты пойдешь. У меня есть какая-то надежда, что я выжил. А то я сейчас захочу папать пулемета. Не-не-не, я ухожу, все. Не трогай меня. А я бы потрогал. Ну, единственное, что... Как раз есть армия пехоты, которая это выносит эти подошки очень быстро. Я ухожу, все. Я понял, ты на ляке. Блин. Ушел. Ушел, да, называется. Так, ладно. Добрый вечер. А. Здрасте. Блин, я ей сейчас помогу. Ни хрена себе, а как он так шара? Блин, куда он удирает? Так, и что-то у него. Нет. Сейчас завалим. Воюем за каждый юнит. Так, ладно, зажигаем карту.
Фух. А будем зона какая-то еще большая. Ой, блин, чё они не привезли? Блин, не добью. А, ладно, добьём. Зет, ну ты прям сегодня прям удачи. Я захожу. Врываюсь, понимаешь, врываюсь. О, сейчас зона уменьшится, как раз посмотрим, куда надо идти. В океан. Ой, пользуется этой способностью посмотреть. Какой способностью? Ну, он же открывает все книги, которые видел. Скитальница. Так, где мне так ставить, чтобы дефиться было удобно? А, зона ко мне свернулась. Да не дефайся, по ссылочке попытайся брать там. Хоть что-нибудь. Я буду смотреть за новую. Варвар каких-нибудь набрать. Тебе не надо сейчас дефаться. По максимуму собери все, что можешь еще. Дефайся. Вон у тебя вертолеты есть. Да. Один вертолет. А у ученых ядерка есть, нет? Нет. Не пали. Пали. Хорошо. Но я так могу намекнуть, что скоро будет. Я могу тебе намекнуть, что скоро ты как бы это проиграешь. Ну это не удивительно. Ну да. Ну нет, не из-за того, что ты там плохо играешь или еще что. Хорошо просто здесь. Ну. Я понимаю свою ситуацию, блин. Так, значит. Сейчас вот так. А, блин, этим не могу, ладно. Просто Лёша хитрый белорус. Карта на какую-то русалку похожа. Если... Тазик. Карта. Русалку? Карта. Так что карта? На русалку похоже. На русалку похоже. Да, да, я спросил, все правильно. Ну да, есть немного. Так, в общем, ученый вот тут. Ну да, такой позе. Надо его откуда-то отсюда и встречать, видимо. Тут 18+, надо ставить на такие картинки. Никто кроме нас не видит. Если здесь был варварский этот, значит... Ну, я, конечно, понимаю, что там много поселенцев. У нее, слышишь, даже, получается, губы, вот там лагерь варваров стоит на карте красный. Да, и губы такие, действительно. Получается, губы. Конечно. А, ладно. Вот там, возле зоны, возле танки стоит. Блин, не повезло мне, конечно, я родился в
том месте, где началась схлопываться зона. Вот именно, типа, самые, типа, ближние к зоне. Ой, уже представляю. Ой, это что только не трогает. Это бывает очень хорошо. Потому что на границу как раз посылки выкидывают, и может очень хорошо повезти. Может, но я пока убегал с зоны, там очень было тяжко. Особенно, когда пришлось еще плыть. Блин, смотрите, Барбара еще не на моей стороне, а на его стороне спавнится. Ну, это вообще какой-то шок. То есть ты понимаешь, да? Ты убиваешь его вертолет, а он достает новый. Или ядер. Да, зная мое везение, там будет ядерка, а тут... Хотя он... Он достал вертолет и гораз потерял. Даже вертолет сейчас никак не... Хотя... О, там это еще и эту посылочку забрали справа. Так. Как и сверху сейчас заберут. Да. Я же говорю, мое везение. Лёш, неужели у тебя ядерки не осталось? Думаешь, уже пора кидать, да? Ну, чтоб побыстрее закончить. Ну, давай, ладно. Для тебя. Ой, красиво, красиво упало. А щиты помогают от ядер сейчас? А, подожди. Вот, сейчас. Раз. Два. Хоть поживу немножко еще. Вертолет задыхает. А, нет, у них... А, он... Не, задыхает. Слушай, а сейчас вот на тех, кто остался в зоне, на следующий ход будет мин красной зоны действовать? Нет, следующий ход не будет. А вот через ход... На моих красных зонах не будет действовать, так как я щиты прожал. Не, смотрите, вот тупо две посылки и все на его стороне. Три посылки на его стороне. Так ты бы оставался в красной зоне. Ну, у тебя вообще маленькая сторона была такая. Ну вот видите, это вот озёра. Ну у тебя некуда просто посылкам падать, у тебя до дома рядом. А посылки на сушу падают на границе красной зоны, так что все логично. Это не везение. Как они раздаются. Когда зона снизу к острову подойдет, тогда туда могут посылки падать. Да. The red death expands. А сколько эти щиты действуют по времени? 3 хода и 6 откат. 4 хода и 6 потом ждать, пока новые можно будет поставить. Да, я так и сказал. Также полная защита крона от воды, красавица. А что значит полную защиту от ОМП? Ядерного оружия. Ты мог щиты поднять, и он бы кинул его. Если бы успел, да, то, наверное, бы урон от ядерки. А, серьезно? От ядерки тоже спасают? Я сам не знал. Я знал, что они от воды и от зоны спасают, а вот это вот, не знал. Написано от ОМП, значит, тоже не так. Для массового поражения, типа, да. То есть это ядерка и термоядерка, да? Да. Ну и получается у фанатов. Вот я. Но там как-то Ава Мария называется или как-то так. Да, Ава Мария.
даже лучше, чем... Надо найти его и кинуть в него еще ядерку. Он тут где-то должен быть. Мы... А варвары, интересно, как спавнится? Рандомно? Да, рандомно. Рандомно в зоне? Да, они в зоне тоже постоянно прокают. Вон там сколько лагерей. На самом деле, даже руин собрали. Было вообще редко. Было. Просто Зет ты с пиратом пошел вместо того, чтобы вправо, зачем ты меня гасишь? Я там у пирата один юнит видел. А с той стороны там пехотинец, да, робот был. Ну, логичнее тебя было бросить. Ну, можно было ядерку сохранить просто под три. Чем ее сразу выпускать на робот? Что? Там прям посчитано было. А, ну. А, что? И прям. Это конечно. Все. Я такая ядерка сохранить. Так хорошо дело. Спасибо за игру. Ну, да, я хочу сказать, конечно, за пирата тут. Столько. Ну я, честно говоря, за всю игру только два раза карту собрал свою. Все остальное просто. Ну, на самом деле, ты молодец, что моего поселенца забрал. Потому что у меня там прилично уже войско было. Даже не считая то, что моего робота ядеркой загасил Зет. Засранец такой. Мы можем сейчас, наверное, посмотреть, сколько там у кого юнитов. Получилось, что он вместо моей руинки, которые там забираются, там его юниты подошли на меня. Сектантские. А нет, там и количество юнитов, к сожалению, не показывается. Я тоже пытался посмотреть. Там еще в сейве только можно посмотреть, по-моему. Да, в сейве. Что можно? А как это загрузить, кто помнит? Ой, я уже не помню. А там любой ход можно загрузить? Спасибо за игру. Нет, нам надо, по-моему, делать сейв. А, во, потом... нашел. Не-не-не, это в славе смотрится. Так. В зале славы есть? Да, в зале славы. Выбирайте красную смерть, история и последнюю игру запускаете, и там будет. Ну, вы еще будете играть вообще? Ну, я уже нет. Зал славы, да? Да, написано. Ну, извините, у меня в два раза больше сражений, чем у кого бы то ни было в этой партии. По-моему... Ты меня в половине игры вообще-то уничтожил. Так. А у нас очень много игроков в начале. Считайте партию. Так. Сколько было? Кстати, реально сектант был в лидерах. Он действительно там руин нашел до хрена. Когда я его убил. Я говорю, я просто... Ты вовремя очень меня схлопнул. Ну ты так... Бонус на обзор, да? 4 лагеря варваров, 18 руин. Вот, многовато, да. Нет, 18 лагерей варваров я захватил. Нет, я про сектанты говорю. Ага. Нет, он просто к тому моменту, когда его убили, а... Это ж, извини... Ну, к тому моменту у него как раз дофига юнитов было. Это показывает на момент уничтожения или всего? Да, на момент уничтожения. Так, а всего и на момент уничтожения, это ж одно и то же, нет? Нет, вот подготовлено юнитов 18. Это показывает как бы на тот момент, когда он умер, или всего, то есть который умер уже. Где подготовлено юнитов написано? Я вижу потеряно юнитов, уничтожен. Сражение вот справа. Количество сражений, подожди, ну, где юнитов подготовлено? Ну вот смотри, сражение, правый столбик, первая строчка, я не знаю, что это такое у нас. Это сколько всего-то юнитов за игру получил, или? Не знаю, я в графиках сижу, я в графиках. Я в обзоре, а там в обзоре. В обзоре. Руин городов исследовано 18.
Ну, очевидно, что он получил 18 юнитов из руин городов. Да. Но я еще пару лагерей чпок. Или сколько? Плюс еще 4 лагеря варваров он написано. Так что, 18 это что, мало? 18. У меня было тоже 12. Ты посмотри на графике, когда у него эти были 18 юнитов. Ты просто увидишь, что эти юниты... В то время как следующий игрок исследовал 11 руин, он уже исследовал 18. И я его перегнал только к концу игры, например, по исследованным руинам. Вначале много получается руин баржа. Ну там еще были, и варваров-то хера было. Я просто отвлекся на этого, какого, Даниэля. И пока я на него там рубился, меня, смотрю, уже поселенцев чпокают мои. Колецкий там зашел со всех сторон. Ну, у меня как раз я поймал тебя и фанаты в разных концах карты. Очень так. Очень это вовремя было. Ну, а ты, у тебя вообще как бы получается там рядом никаких юнитов не было, что ли? Там я, по-моему, 2 или 3 юнита видел рядом с поселенцем, и все. Ну да, слушай, я поселенцами пошел вообще. Ну, у меня такая тактика. Я поселенцами всегда гуляю по отдельности. Потом города нахожу, там либо войско, либо еще поселенцы. И я так дальше. Вот, но если что, убегаю. А тут у меня со всех сторон были. Там войны. Я не успевал тупо, блин, за всеми проследить. Вовремя. Все, спасибо за игру, всем пока. Да, да. Всем пока, спасибо. Тогда новую уже не соберем, да, получается. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!